На ипподроме Центра конного спорта и современного пятиборья прошел Всемирный кубок вызова FEI по конкуру и зональные соревнования по преодолению препятствий. В состязаниях приняли участие спортивные пары из Красноярского края, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Казахстан. Кубок вызова, который проводился в Омске впервые, предоставил возможность всадникам конкурировать на международном уровне, не покидая своей страны. Это первая ступень международных заочных соревнований. То есть эти соревнования проходят по всему миру, проходят по одним и тем же схемам маршрутов. То есть во всем мире всадники прыгают такие же маршруты, как поставлены сегодня здесь. Международные соревнования проводились в двух категориях. Амичу Руслану Карину в обоих зачетах удалось взять серебро. На зональных состязаниях омские спортсмены заняли 8 призовых мест, 3 из которых – первые. В рамках турнира также разыгрывался командный кубок правительства Омской области. Достался он сборной нашего региона. Прошедшие соревнования стали квалификационными к чемпионату России по преодолению препятствий и финалу Кубка вызова FEI по конкуру. Имена пар, которые представят Омскую область, станут известны позднее.